Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 174. Диктант с подготовкой. Прочитай. Скажи, какую букву ты вставишь вместо пропуска, почему. Запиши нужные буквы простым карандашом. Птенцы пищат, стучат, кричат. Голчата очень есть хотят. Частый дождик в окно стучал. И печальный Сережа скучал. Закрой учебник, запиши под диктовку или по памяти, подчеркни «ча», проверь написанное по учебнику. Посмотри на картинку, оказывается, буквы «ча» и «ща» еще дружат не только с буквой «а», но еще и с буквой «у». Сочетание «ча-ща» пишем с «а». Птенцы пищат, стучат, кричат, голчата очень есть хотят. Частый дождик в окошко стучал, и печальный Сережа скучал. Не забудьте подчеркнуть буква сочетания «ча-ща». Это стихотворение. Каждую строфу пишем с заглавной буквы. Обратите на знаки препинания в конце каждой строки. Это точка и восклицательный знак. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.